созданный из картона Nintendo Labo. Это не просто конструктор и набор дополнительных аксессуаров гибридной консоли Switch. Это еще и настоящая инновация, напоминающая о самой сути видеоигр. Многие геймеры и разработчики позабыли, что удовольствие измеряется не в гигагерцах и терафлопах, а в удивленных глазах и улыбках. Мало создать впечатляющий цифровой мир. Нужно придумать еще и контроллеры для взаимодействия с ним, чтобы геймер забыл о диване, о крестовине, о кнопках и с головой ушел в приключения. Nintendo Labo «Набор робот» стал абсолютным физическим воплощением этой идеи. Он позволяет игроку самостоятельно соорудить экзоскелет и превратиться в могучего робота. Картридж с игрой и инструкцией, 19 картонных листов, тканевые полоски, стикеры и цветные шнурки – вот что скрывается в большой и яркой коробке. Именно этих простых составляющих достаточно, чтобы создать универсальный экзоскелет и для взрослого, и для ребенка, а затем испытать получившееся чудо техники в деле и пройти череду миссий в игре. Несмотря на картонную суть конструктора, ножницы, нож и линейка вам не понадобятся. Все до единой детали размечены и отштампованы на листах так, что их можно без труда выдавить, ничего не порвав и не повредив. Правильно соединить элементы – это задача более сложная и занимает 5-6 часов, но даже с ней справится каждый ребенок, если он будет внимателен. Впрочем, конструктор рассчитан в том числе и на взрослых. Собирать его вместе с друзьями или же всей семьей еще интереснее, чем в одиночку. В цифровом приложении на картридже есть специальное интерактивное видео, объясняющее, за какой лист взяться в первую очередь, как собрать все детали, что подогнуть, повернуть или сложить для получения нужного результата. Заодно игрок понимает, насколько интересна и хитроумна конструкция робота. В собранных из картона очках есть разъем для джойкона, а потому благодаря гироскопу контроллер может отслеживать положение головы геймера. Стоит лишь наклонить голову в сторону, как и огромный боевой робот сразу же повернется. Именно в сочетании цифрового мира с реальным и заключается преимущество Nintendo Labo. Главное же чудо техники – ранец со специальными грузиками и двумя парами длинных шнуров. Вы надеваете его на спину, крепите стремена и зажимаете в кулаках рукоятки, чтобы затем привести в действие робота. Все ваши движения отражаются на положении грузиков в ранце, где кроме них установлен еще и джойкон. Встроенная в контроллер инфракрасная камера регистрирует перемещение грузиков, а затем Switch обрабатывает информацию и заставляет робота двигаться. Все это происходит за доли секунды. Вы ударяете воздух перед собой, а огромная боевая машина в игре сразу же бьет по небоскребу. Чтобы герой игры шел, вы шагаете на одном месте, чтобы он повернул, наклоняете голову. Все очень просто, интуитивно понятно, и обучение занимает максимум 5 минут. Не обошлось, впрочем, и без продвинутых техник. Цифровой робот может летать, атаковать с воздуха, трансформироваться в боевой танк и стрелять. Все эти комбо легко выполняются и обязательно пригодятся вам для прохождения множества игровых испытаний. Тут есть и гонки, и разрушение города, и поединки с противниками. Задания из разных жанров и на любой вкус, чтобы порадовать и развлечь самых придирчивых игроков. Робота из Nintendo Labo можно использовать и в мультиплеере, если у вашего друга или знакомого есть такой же комплект. Атаковать других геймеров в цифровом мире, самостоятельно соорудив для себя интерактивный экзоскелет с подключением к виртуальной реальности, это уже не фантастика, а лишь одна из уникальных возможностей Nintendo Switch.